Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, ношение защитных масок для населения отныне обязательно. Как в закрытых помещениях, аптеках, магазинах, медицинских учреждениях, организациях обслуживания населения, в транспорте, так и на улице. За несоблюдение норм постановления предусмотрена административная ответственность. Ношение маски защитит ваш организм от проникновения многих инфекций, в том числе COVID-19. Носите маски правильно. Ими должны быть прикрыты и рот, и нос. Используйте антисептик. Помните, наше здоровье в наших руках.